Продолжаем. Кейозе Кенгуру остановился на том, что я прошел одну локацию и первого босса. И мне надо найти где-то одну руну. Где-то надо найти ее. А где она может быть, это вопрос очень хороший. Потому что я вроде бы обошел все. А, ну тут лежит. Ну хорошо. Так, ладно, планы поменялись. Я нашел недостающую руну. Подожди, тут на рыбе. Стал лежит, я хочу забрать. А, как мне это сделать? Как мне это сделать? Так, я могу на бочку забрать, да? Спасибо. Ну и сломаю, соответственно, бочку. Так, ладно. Ну, допустим, я нашел это. Да. Сюда. Руны 8 из 8. То, что надо. 4 руны я еще найду здесь. Хотя непонятно, зачем они мне. Но, видимо, нужны. Заходим. Раскаленные пещеры. Найти специальный разводной ключ. Ух ты, какая прикольная локация. Так. Игрок. Так, меня отпускают. Да. I believe you may find this of use. You could even say it is handy. Although, please try not to burn yourself. At least not too badly. It would be a shame for the fun to be over so soon. Оно что-то не работает сразу, если я нажимаю РП, ну ладно. А, что я нашел? Огонь. Впервые Као получает возможность притупные заряды. Это... Силы огня. О! О, огонь! Слушай, это не то, что мне как раз надо для вон того. Тут для той паутины. Огненные предметы. Нет, поэтому можно что же огнем за. Да, это тот же самый символ. Кровь по ним дарить. Классно. Че это конец? Здесь больше. А, нет. Или да. Меня ничего не вижу с этой стороны. Поэтому буду считать, что здесь ничего нет. Огненный заряд. Единовременно может прийти до 3 огненных зарядов. Зарп огненного предмета израсходует 1 заряд. А как мне получить заряд? Ну вот паутина, да? А, просто... Понял. Понял. Собираем. То есть здесь ничего нет? Вроде нет. А, вы еще и падаете. Ну окей. Ой, тут лабиринт целый. Раз. Два.
Куча лишних денег. И меня вернуло обратно. Некоторые объекты можно активировать огненным зарядом. Понятно. Удар по вот этим рангам огненным зарядом, чтобы получить огненные бумеранги. Ух ты. Ну давай. Нет, не в тебя. Не в тебя. А, ну я же... Да, она многоразовая. Ну, вот сюда. Во. Ну и все. Ты жабищ. Ты офигел. Я, конечно, вижу, что она не падает и до конца, но пугаюсь все равно. Умирать не хочется. Вот это вот интересное место, да? Давай-ка сюда. Здоровье. Так, подожди, я сейчас где? Я пошел в другую сторону, понятно. Но мне сюда и надо. А я хочу еще сюда сходить. А здесь колодец вечности 3. Ну давай. Чтоб меня напугали. Так.
Там нету ничего, нет? Нет. Давай ты встанешь, спасибо, что не умер. Я просто встал, но эта бочка она сломалась. Окей. А второй кристалл я как-то пустил, да? Или я его по-другому никак бы не получил, надо покторечить, типа. Ну. За копейку собрал пропущенную. Да, во всем есть свои плюсы. Страшно. И очень страшное, да. В тот раз я получил плечо, но не упал хотя бы. Попытка номер два. Я слишком рано это делаю, потому что я прыгаю. Все-таки там не так тонко. Окей. Там определенно тонко, ну ладно. Я смог это сделать. Выпустите меня отсюда нафиг. Спасибо. Так, куда мне? А... Наверное, сюда. Наверное, я пришел как-то отсюда. Тихо, не пугай меня, игра. Вот ты не ухватился, серьезно. Ну, вроде я теперь, да, все с этой стороны смотрел. Ага. Ну. Тихо. Какие хпшки мы из неё. Я не могу встать на ту платформу. Это мне не надо, да? Тут всего две монетки вроде, больше никуда она не ведет. Вроде бы. Да. Огненный затем дает бесконечные заряды. Да что ж я так люблю падать. Покоритель дна. Все бы ничего, но мне сюда надо, поэтому подожди. Я хочу сюда. А, сюда не пускаю, понятно. Там какой-то котел. Какой-то котел. О, и вот это еще место тоже. Ну сюда меня тоже пока рано, видимо. Ладно, тогда идем туда, куда надо. Все просто.
ты. О, вот теперь мне открыли, да? Схватить. Я хочу сюда пистолет, да. Во, вот теперь котел сработал. Но там буква К. Только я сейчас умру, да. Окей. Вроде это верный путем. Буковка. Ну, нахождение буквы К меня радует. Это значит, что я не пропустил до этого ничего. Во всем есть свои плюсы. Давай. Камушек. Теперь мне их 10. Еще 2 осталось найти. Давай. Сюда. Че, пожалеча? Ух ты. Оно хотя бы его дамажит. Все, нет жабича. Так, стоять. Грик, сходить. И сюда. ППшка. Это первая ХПшка, которую я нашел? Вроде нет. Тотема. Че она мне пишет новую запись? Он про тотемы мне написал? Ну ладно. Допустим, она написала мне про тотемы. А можно мне зарядик еще один? На всякий случай. Ладно, если понадобится, я думаю, мне ее дадут. All this fuss for a tool? Only gadget can come up with that. Ну, да. Что тут появляется? Понятно. Так нельзя. Это лазеры, что-то тут происходит страшное. Там принчик. Пошли сюда. Никто не против, да, если я вот это заберу? Куда это ведет? Ну, ведет это в начало. Больше здесь точно нет никаких секреток всякого такого, да? Ну, там окно. Но в окно я не хочу идти. Погнали. Так, оно сейчас кончится. А, ну мне и достаточно этого. Просто перепрыгнуть-то можно уже. Что это за камни? Ничего такого. Это мало ли пазл какой-то, ну.
Окей. Изжавич, ты чё? А это единственный цветок, по-моему, который мне нужен был. Вроде все. Ща, аккуратно проверить еще карту, мало ли секретки и всякое такое. Ну окей. Так, внизу водичка. Плавать я не сильно хочу, вы чего офигели? Так, буква Г какая-то. Типа это вернуться... Нет, это даже не вернуться, просто буква Г. Оформил все копейки, что мог. Почти. Почти все копейки. Что тут? Ух ты! Куда это ведет? О, у меня пятая хпшка появилась. Я собрал все 4, что ли, да? Хорошо. Ну, я уже вижу, что внизу какой-то уровень. Здорово, жабичи. Подождите. Мне сначала надо понять, куда мне. Ну теперь мне понятно, куда. Да. Угу. Все это я сделал просто ради копейки. Так, аккуратненько. Снова синие копейки. Здоровья мне не надо. Ух ты. О, вот, наверное, и та дверь, да? С обратной стороны. Это нельзя разбить? Y. Ты выстрелишь? Это просто зеркало, да? Ай, ну офигеть. Так. Теперь ты. Ой, не сюда. Где рычаг?
А, здесь рычагоняк здесь надо. Или неправильно стоял? Подожди, а куда? А. Ну я только сюда могу ударить. Что я еще упустил? Стоп. А, понял. Наверное. Да, я понял. Дай. Сюда. Попытка номер два. А. Надо удар теперь сначала. Во. Во, теперь картина упала, и теперь ты бьешь вот сюда. Это успех. Определенно. Ну. А, я могу вот так понять, что я собрал, что я не собрал. Один алмазик. И я где-то еще упустил. А, он вот не появился, понятно. Ничего я не упустил. Это радует. Ну. Так. We've got everything we need. Powerful gloves, a motorboat, enthusiasm. Well, at least one of us. You look as enthusiastic as Kaya when Mom tells her to clean her room. Anyway, let's go and meet Gadget. Forgotten something? No, but I was kind of hoping that you had. Okay, okay. But it will be hard to say goodbye to Mama. And I don't think she'll be happy about me wearing these gloves. Maybe, maybe not. Could surprise us. No, absolutely not. But Mom, please. Don't mom me, KO. Those gloves are dangerous. Walt, explain yourself right this instant. Gloves. Maybe not as dangerous as I thought. Maybe is not good enough. Mom, I've been wearing them for hours already and... What? I feel fine. They've actually been helpful. It's true. I was skeptical at first. They're different with KO. Work different than with Kobe. And these are Dad's gloves. It's the only thing I have left of him. Are you playing the sad kid card on me? Why does that never work? You need to watch less tuk-tak, hon. Tuk-tak? Mom, you can't complain about it if you don't even know what it's called. Anyway, back to the point. I won't take those gloves away from you by force. So, Walt, it's on you. You'd better keep an eye on them. You have my word. All right. Do you promise you'll come back to me in one piece, KO? Of course, Mom.
I promise. And go kick butt, rip and tear, boot snoots. Or whatever it is you kids say these days. Just find your dad and sister and bring them home. Something flew into your eye, Coach? Yes, exactly what happened. Fine now. Let's go. Hungry jungle awaits. Be prepared. You will meet one of the best fighting masters. Give Jayabaya my love, Mom. You should come with us, Mom. We can all be cracking and smacking them together. We'd be unstoppable. Someone needs to take care of the village. If I left it for 5 minutes, someone's going to take an arrow to the knee, and the next you know, there'd be nowhere to come back to. You'll be all right. You're K.O. the Kangaroo. Окей. У меня есть только один момент, который я хочу проверить. Где это? Паутина. Где-то тут, да. А, тут как раз этот. Кусочек огня. То, что надо. Во. Теперь, кстати, могу посмотреть, наверное... Да, мне остался еще один кристалл где-то и один свиток. Я пропустил. Я случайно воскликнул. А, нужны руны. Сколько рун-то надо? У меня вот будет достаточно игрек. А, ты меня сразу пускаешь, да? Голодные джунгли. Окей. Так, сколько уже я играю? 35 минут? Ну да, еще можно пройти эту локацию заодно, я думаю. Что ты мне скажешь? Граб два колеса и залин Тарик. А это то же самое, ты говоришь, что кто-то, да? Что-то речь сильно не поменялась. Здорово, Макакич. Одна доставка на вершины, одна на остров, пора задуматься о расширении. Здорово. Могу дождаться встречи с великим Джаябей. Джаябаей. Ну и имя. Видишь, школу единоборства сегодня мечтали там тренироваться. Ну хорошо. Я могу вернуться обратно на этой машинке? Да. А, я так понимаю, это, кстати, тоже какая-нибудь...
А, или стоп, подожди. Холодные джунгли, да, это, видимо, тоже какое-то лобби или что-то типа такого. Я так понимаю. Я думал, это не глубокая вода. Но она глубже, чем я думал. Ничего нет. Кат-сцена. Wow. This is unlike anything I've seen before. Hungry jungle not look like this. Not last time. Look at that crystal. It seems to somehow power up the tree. Yes, and I feel powerful energy. Smell it. It's concentrated there. Powerful and dangerous. Same smell comes from the fruits. You'd better take a deep breath, coach, because that's also the smell of an exciting adventure. Let's go and find the famous Jayabaya. Oh, hey! Look at you with these fancy gloves on. You must be a serious fighter. And you're looking for the master, right? Jayabaya? Don't worry, I wasn't eavesdropping, I was just passing by. Right, sure you were. So, do you know where I can find him? You already have. I've got him right here. Nope, not right here. Hush, 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 silly rabbit. I meant right here. So, which one do you want? Poke Jaya with posable arms, Fierce Jaya, Mini Jaya? Oh, this one is so cute. Just look at that adorable little face. We want different. 9 feet tall, living and breathing. Also a fighting master. I'm afraid that one's not for sale. Know where he is? Would look on training ground, no longer see one. Well, of course not. It's all about the Jaya Bomb now. They don't need the training anymore. They just drink the juice and that powers them up instead. That sounds disturbing. To each their own. Look, I honestly don't know how to get to the boss. He's so busy that he's hard to reach these days. All about Jaya Bomb, you said? They produce the juice, too? Yes, yes, they have a whole factory in the Durian Valley. Wait, why are you asking? Idea. Jayabaya not want to be found? Let him find us. Kale, stop production of this drink. We need to. Not just because of silly name. But you can't! The boss will be furious! Good. Okay, coach, whatever you say. Let's go then. It's clubbering time. Maybe you can give it a second thought? Sleep on it, perhaps? No? Ну хорошо. А у этого торгаша ничего нельзя будет купить потом? Ну то мало ли. Сельдочек. Кристальчик. Еще свиточек. Секретки в водопадах, это мы уже проходили. Вроде больше ничего здесь нет. Я могу забраться по этой мельнице наверх? Да, я могу покрутиться на нем, но я не вижу, куда мне.
Оно же явно не просто так, да? Ну явно же не просто так. Хотя? Ладно, оно действительно просто так. Вот прикольно. О, кристалл был. Я его даже не заметил. Как фарань напишу. Ладно. Сюда. 17 рун надо. Не, у меня столько нету. Так, а этих обезьян видел, не видел? Ну вот так я вроде пришел, да? А, с вами поговорить нельзя? Я сделал вид, что я не видел их диалог. Ну ладно. Так, а вот в верхней части ничего нет, да? Ну, вроде нет. Только денежки. Ой. Еле удостоится рукопожатия. Тут вообще 23 наверное. Да, понятно. Здесь кого-то с вечности. Ты здесь 17, да? Тоже 17, да? И там 17. Хорошо. О, здесь где-нибудь магазин новый будет, кстати, я вот сейчас подумал. Здорово. Ладно. Костерчик. О, беру. Все, окончилось. Ну, здоровье, раз оно невосполнимое. Хотя, у меня есть там здоровье какое-то, я пока с тем, что есть, похожу. Если прям понадобится, то я куплю. Камень. Это 14, да? Да. Здорово. Я сейчас взлетел, но это не так. Отдыхать тоже надо уметь. Допустим. Я согласен с вашей философией. Она внушает смысл. Так, ну, мне хотя бы еще 3 кристалла надо. Ой, не кристаллы, эти камни. А сюда на рынок можно кого-то вызвать и отпинать?
Это та же дверь? Я уже запутался, за сколько-то дверей требует 17 рун. Но в любом случае у меня их 14. Наверное, я здесь был. Так, непонятно. Ладно. Что ты мне скажешь? А, я не сходил еще. Или сходил? Я не посмотрел на дверь, которая с пропеллером. А еще один посмотрел вот эту сторону острова, да? Или смотрел? Да, я, наверное, здесь был, но... Не особо что... Собирал. Себя тоже не пускают. Ну там вроде больше нет ничего. Вроде так. А, я еще не был вот с этой стороны. Тоже момент. Только не умирай. Здорово. Мне кажется, тебе еще достаточно красиво подождать. А, это все? Здесь нет ничего. Ладно. Я вроде все смотрел теперь, что можно. Дерево меня не пускают. Хорошо. Здесь я сверху был. Я хочу посмотреть на эту дверь. Она меня пустит, нет? А, вот сюда меня пустит. Все, понятно. Но я, наверное, этим займусь в следующий раз, а также перед тем, как сюда вернуться, я все-таки в следующий раз соберу то, что я там не собрал в той локации, в этом острове, и только после этого вернусь сюда и буду проходить это место. Поэтому отправлюсь. Ой, нет, я не туда отправился, я отправился на дно. Черт. Остров, да. 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 На этой локации я остановлюсь. А пока что все.